ja jätkumas on ikkagi kaheksas sõidupäev neljanda osaga ja sõidame just välja Kiviõlist. Et sõita edasi siis Sonda ja ka, mis oli Kabala või Sadala, pagan küll. And in here is a continuum of 8 travel days and 4 part and we are just left the Kiviõli city. And we are north side of Estonia and is the 1st September 2023. Is this on us продолжается восьмой день четвёртой части и мы как раз этот уедем из города Kiviõli или как этот каменное масло прямой перевод и едем уже обратно Раквере через тут тоже ещё через трёх мест такое. И одно такое, что я не видал, здесь было памятник неизвестного шахтёру. Но я этого не знал, и поэтому не мог предвидеть. Я не знал, где он такой есть, вообще, что есть такой памятник здесь. Картинка есть у меня тут впереди, а самому не видал. И тут пыль какой-то странный такой, откуда такое? И воняет. And it smells like it's very strange in here. Ну и как не как не воняет туха магазин. И так мы еще видим эти, ну что осталось исландцевое такое. После ас апак как этот апокатительного процесса. Апокатительной нет. Так, знаю это слово, но обокатительный. Ну да, этот. Или это они пылят, что ли? Так. Тут кроссовый какой-то трек этот сделан на такой. Неплохо, неплохо. И кроссира, да, он сел минги сукун хэнд, мотокросс. Tracks in here, it's was like this. На самом деле там целый... Апокатительный. Да, это что осталось потом, и все это, что вот это выкопали. И все это ненужная масса, вот он. Вот все это и здесь есть такое. На самом деле там целый спортивный и развлекательный центр. Там, где там апокатительный, такое... но вот этот... Там целый центр такой после есть. Бление, проклятие, я не могу высказать. Есть домашние. Здесь это тоже, наверное, такое. Есть домашние страницы там такое и всем и большим и маленьким там всем есть чем заняться. Я смотрел. Не. Самое что. Видишь, он сел акку проблем, не акку проблем, вот вайвальт. Ага. Aga tuleb tühe jutiga, tuleb tühjaks sõita. Mitte hakata kuskil lörtsitama. Sellepärast ta tegelikult ei ole üldse tühi ju veel. Ta on kaugel sellest. No olgu, aga me oleme 70 kilometrit aga ka ära ka sõitnud. Ida, ma sõitime akkumulaatorimetri natsutam. Pertsias jehali ju 70 kilometrit. Да не будем мучить этого. And we're riding with that battery is 70 kilometers. Let's see how much. We're using that 76 kilometers and we rided 5 hours and 6 minutes and we stopped 1 hour and 12 minutes. Итак, 76 километров ехали 5 часов 06. И стояли 1 час 13, так что 4 часа только ехали. Ни, ага кель он 2:15 минут. И время 14:15. Вот так. А я задний. Так, электрогаз хотел включать, а он, проклятие, не работает у нас. Ну да, забыл опять такое-то. Да.
у этого центра там. Паровозик здесь у нас, да? Там, но этот местные какие-то дороги здесь и конечно, они в ужасном состоянии, что здесь резину можно сломать. Tegelikult tuleks puhastada natukene sellepärast, et seda tolmu tuli siin kuskil tee pealt tuli päris palju tuli. Vorna abakat. Kurat, vaata, kus see tolm tuleb. Juba smadriitia, kuda prakleti, et nad põld hakkuvad. Da, on prosta takis vetra, vse põlid здесь. И пылите воняет этот завод, что этот химический завод, что в советское время там действительно и шампуни, и все угодно, что сделали. Так что да, этот, что из этого камня шотландцы выгнули этот масло, от чего сделали и бензин, и шампунь, ну, грубо так можно сказать. И после этого все, что это осталось, это полукокса. И вот все этот вытащили сюда, этот полукокс, эти коры. И там в другом, в первом коре, это там целый такой центр такой. Я тоже охренел, как-то смотрел, это так много разных там развлечений для маленьких, для больших. Там карта и картинг есть, и на лодках какие-то корабликах, там на прудах катаются. Ну да, там такое... так сказать, различительный такой центр. Эй, было midagi viga siin esirattel. Ja что-то у меня случилось здесь первое колесо. Какой-то шум дает. Между крылом и резиной. Между крылом и резином осталось эти камни. Камни сюда, между каким-то образом из дороги. Пошли камни сюда между крыльями и резиной остались. Еще между крыльями и резиной действительно маленький. И если есть мокрые и грязные дороги, там... немножко добавишь дальше, тогда буду ленцы почистить, а то здесь еще невероятно, непонятно еще что. Тогда и грязь там останется иногда. I'm writing a little more and after that I'm cleaning the lenses because I'm not sure is it it in here is it being dust on the road or not. И надо I'm writing a forward. И надо специально палочкой даже почистить этот надзор или как этот ущелье такое узкое такое там. И еще на эстонском языке, если ты едешь через, например, чего-то, что ты можешь сломать, например, велосипед, у нас не говорят, что ты сломаешь колесо. На русском говорят, да, сломаю, я могу сломать там колесо. На эстонском языке мы говорим, мы можем сломать резину. И у нас называется этот внешняя покрышка, у нас называется этот... внешняя резина или внешняя резина, а это что внутри, этот мы называем этот внутренняя резина или воздушная резина, вот так, так и так, воздушная резина иногда, вот в общем-то называем внутреннюю камеру, да, что этот мы называем воздушная резина, а этот что внешняя, это ну, резина или внешняя резина. И еще одно такое выражение. Я слышал, что, например, на русском это кидать палки в колесо. А у нас, если прямой перевод сделать, кидать палки в шпилках. Kurat, так äkki tahaks keegi jalgrata tee pealt ära tulla või peale sõita, ega siis ei õnnestugi. И если кидать... ты захотел бы сейчас наехать туда или отсюда этот из велодороги, то тебе не удается этот здесь никак. Или кидать палки в шпильки. Вот так прямой перевод. Так, все, да, вроде.
Slantseski eti sõidad Konsilistis. Я здесь ошибочно говорю, что сонда там Юрий, тоже... Тоже странные такие. Косят траву осенью. Что Нет, сонда тоже... Лесет, and let's show what these lenses is doing. It's after that very dirty flying on in the air. Ja mingi kivi on ka mulle sattunud siia kolossi sisse. Ma saan aru sellest kohe. Lülitame korra välja. Midagi katastroofilist ei olnud, paar väikest mingit. Kurat, kus mul tuli jala. Kurat, siit tuli see ära. Et midagi katastroofilist ei olnud tegelikult. Tolmutükkides, aga nii, aga isenesest on ju meil järgmine selline kaevurite linn vist ees olemas, nagu sonda vist ju. Nii tak, brudi, põlilõk nii põla. Põlastatud on maalasti, no see taki põla. No, tuud ešu budet adin, etat sonda, etat tože pa-moemu, jesli ja harašo pa imeni uznaju, što tam tože korot kakieta sahtjorov ili poselok, ili što-то такое, но тут taas etim slantsem, see teki sõjas on. Nõnda. На самом деле я перепутаю имена. Есть такое шахтерский город Сомпа. Думают всякие моменты, что из этого сланца сделать. Какое-то, но что это осталось этот? А здесь этот у нас сонда прямой перевод будет. У нас называется это пепельные горы. Пепель и гора. Вот так. Так, этот Магириус стоит, что ли? Нет, этот. Даже не знаю, что это такое. Машина была в кабине очень похожа на Магириус стоит, действительно, старый Магириус стоит. И здесь потихоньку передвигаемся. Которые есть и в Дальнем Востоке. Тихо. Вот так. И я перепутаю действительно эти гора или поселки, и это Сомпа и Сонда. Я лигу, мы вайсим туда, сейчас мы slowing, speeding in here. И Сонда вообще-то... And in forward it's being a big borough or small city. Its name is Sonda, it's Jewish, it's connecting the Jewish mining of that it's... Burning stone. But it's not true. I'm messing up these two boroughs. I made it translate from Estonian language. In Russian language it's Slantse. And one it's unique. It's not a goal. It's a brown color, it's not a black. And one borough is a Sompa and another is a Sonda. And I'm messing it, I'm mistaken. In here, this Sonda is food and forest production made it in here. It's in here, not absolutely not we're doing in... in here is not any mining, in here is not. Kui seisma jääda päikse kätte, siis oli juuret täitsa palav isegi. Nii, mis siin toimub? Ja tegelikult ajan segamini Sonda ja Sompa. Sompa on kaevuri ja selle kivisööga või mitte kivisöö, põlevkiviga tegelemine. Aga Sonda on tegelikult puuga ja siit on läks ka tegelikult läbi Arnipealinna. Läks ka Kitsarööpani raute mustveesse välja. 2022 aasta ma olin jalgrattaga Avinurmes ja just jõudsin selleks ajaks sinna kohale, kui just see väikeline ekskursioon seal Kitsarööpalise raute peal lõpeli sõidu ära lõpetanud. Aga seal sai siis seal kohaliku selle raute aktivistiga sai seal siis juttu aetud ja too siis nagu rääkis lahkelt nendest asjadest, sellest rauteest ja asjadest ja soovitaski mul mustveesse sõita mööda seda
raudteetammi, aga mina ütlesin, et ma sõidan suurt teed pidi ja siis seal kuskil tee peal oli veel ka mingi külapäeva tähistus oli. Selline asi oli siis ja Tavinurme öeldakse, et on tünni pealin, et seal on mingite tünnide ja tündrite laadad, et juba ajalooliselt olevat olnud. Ja seal oli veel Avinurmes oli see, et kas ei olnud mitte selle pea nagu tänava ääres või tee ääres, ei olnud päris mitu kohe väga ligistiku seda toonekule pesa ei olnud. И так на самом деле этот сомба я сонтая, может быть, я уговорил, что там нету там шахтеров. Но оттуда пошел узкорельсовая дорога к Чучкому озеру. Два года назад, уже в 2022 году, я попал этому дорогу, там место так называется Авинорме. И там немножко осталось эту железную дорогу и поезд. Я как раз там закончился экскурсия, там этот маленький этот из Онежский завод, это такой даже не тепловоз, он прямо этот бензовоз, значит, бензиновые мотором и коробком передач. И только что закончили этот такую поездочку там маленькую для экскурсии. Я как раз поздно попал туда. Я это Ну, потом мы с этим мужикам, кто этот активист и все это ведет, это вообще так узкорельсовое такое, мы с ним говорили. Ну, это тоже видео, тоже про этот есть. И этот локомотив, это сделан на Онежском заводе. Это там эмблема была даже, это сразу видно было. И из этого сонда пошел, да, этот узкорельсовая дорога, потому что доски и лесной материал здесь много везли. И здесь как-то это было действительно большое такое лесопилка было. И сейчас там тоже деревом занимаются. Я смотрел этот из интернета, действительно там что-то такое есть. Ja mida ma kahjuks kiviõli juures ei näinud seda tundmatu kaevuri, seda ausammast või no mitte ausammast, vaid nagu seda märki. Pilt on mul kui olemas, aga kahjuks ma ei teadnud selle olemasolust midagi ja ma ei osanud otsida. Ja veel kui ma seda kiviõli osa tegin, ma jäin kogu aeg peagu magama. Ma tegin seda öösel, pagan võtaks ja oli niiviis, et sõnad ei tulnud enam suust välja ja hakkad Итак, я извиняюсь, этот прошлый час, что я сделал киви, или я ночью тут попробовал сделать это. Я почти уснул все время, я уже переслышал какие-то места, я уже башка не изображает ничего, так, как уже такое бля-бля-бля говорю, или ничего не говорю, или ничего умного, но даже, ну я вообще умного говорю, и даже ну, не полуумного ничего не говорил там. And it's a what's it a third part that has made it in Kiviõli. I made it in the night time and I was very sleepy and I'm like it's almost or half sleeping and yes it's a bad part it's yes I know it and it's a bad that I'm not seeing a mining man or mining workers man memorial we're seeing the picture in my in here is in that parts is we're seeing that like it's a statue but I'm not seeing in live we can say if I'm was knows that that memorial for miners or miner worksmen have of course I'm starting to church it more intensivity but I'm not knows about nothing and yes it was bad and yes in here being a sonda and sonda and sonda is no it's a timber lakes and a wooden production and made it in here is not any minings all right but I'm missing again is two borrow sompa and sonda I think that now in the June I'm seeing that Sompa too because it's called again that it says that it's encyclopedia Estonian encyclopedia says it's too it looks like it's built in 1950s and it's classical as classical Soviet city or
И так тамат ном месте будет следующий этот будет сонда. И мы видим здесь железнодорожную станцию. И действительно, выглядит этот советский, сделанный такой, хорошо выглядит. И 1951 или 3 году построено. Этот, но мы видим, там они довольно плохом состоянии, потому что эстонские железные дороги или кто угодно, кто им занимается, им все равно, ну, можно сказать, ну, некрасиво, но скажем так, что им похуй по исторической таком ценности, им не этот не нуждается, какого нужды этом нету, и они просто так, это просто они говорят, что им этого не надо, и никто не заботится от них, и такое историческое наследие просто гнется и развалится. И мы видим следующий тоже этот Кабала, или Виру Кабала, как это мы будем там. Но там такое вообще, я говорю, что я выглядит советским, и действительно. На самом деле нет. Это царское время построена станция в 1870 году. Но написано, что стиль казенный исторический стиль. И вот этого стиль такой же, как это царское время, и построили и 40-е, 50-е годы тоже Эстонии станции. Очень-очень на такое похоже. Значит, проект, что царское время, что советское время, но что-то общая черта из этого. И вот я еще говорю, что там украшения такие же, как это советское время построено. Но я там сильно ошибался. Но он в плачевном и плохом состоянии, и может быть просто поэтому, я не знаю. Я не мог этот выдумать, что это действительно из царского. Просто не верится, что такая станция до сих пор стоит из 1870 года. Просто не поверится. Все. Так. Я видел, что один день мне попал такой подписчик от города Ишгара. Ну да. Там тоже говорят, это финно-угровые языки, но там многие, то что там и Yes, I башкирские, want to see Sonda railway station. там говорят и татарские, и башкирские языки, и удмуртский язык. И, в общем, там, как этот квадратный километр, в общем-то, Удмуртия, Эстония, если я хорошо помню, очень-очень-очень похоже, что-то там 40 или 45 квадратных километров и что-то такое, или 42 тысяч, Эстонии где-то там 45 тысяч километров. Ну, и дело в том, что, ну, может быть, немножко больше, чем Удмуртия, но Эстонии на самом деле есть очень много островов, в которых ничего никто не живет. И это дает очень большое этот квадратных километров добавка такое. И я видел, что этот подписчик или оказывается тоже в городе в Тарту было, нашел вроде и так посмотрел для интереса такой. И есть канал, и там тоже катаются на велосипедах, путешествуют такое даже по Европе. Я видел, что чехи где-то там катались, и видал видео. Я потихоньку так посмотрю, и все время довольно интересно такое для меня такое. And looks like it's working. Особенно мне интересно смотреть этот местный облик жизни, деревни, и дороги, леса, вот такое. Так что да. And in here it's Paldi railway station in 1951 or 1953. But now nobody does not care about that and it's ruined slowly. That's it, it's the old railway station in here. Итак, это старая железнодорожная станция здесь.
I think that that's why it didn't show it very good. It looks like that. И вот эти по советскому такое выглядит. Да, 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 да. Вот эти деревянные такое, да, это такое. Железнодорожно-советский такой. Стиль такой. Ну, вроде я видал, что этот путешественник даже в городе одном фотке я видал, что вроде даже прибывал в Тарту. И одна фотка была сделана вроде так, как дальше? Тарту из Ратушной площади. Там, где там фонтан. Я момент видал и сразу узнал это место, что я сам живу в этом городе. Вот так что. А так интересно смотреть, как это тут мурти, там это дороги и все это такое. Леса, жизненный образ такой. Говорят, что 40 лет, ну 30 лет назад, или 40, 35 лет назад половина населения говорили, что они вроде так читали этнические удмурты, а теперь только 300 тысяч. И языка знают. Языка знают тоже мало. У нас в городе в Тарту раньше ходили много удмуртских этих как этот ученые, ну как этот, кто этот языком и этот занимаются лингвисты и филологи и эти литераторы, они в Тарту ходили, а теперь, когда уже этот советском России мы уже закончили всю эту культурную и всю эту научную обмену. Да, жалко, конечно. Так что там, где я даже работал, там они даже жили там. Одном, в какое-то время я видел, одна делегация была. Это и дороги. И они говорили, что они едут в Эстонию как отдыхать. Ради наслаждаться хорошей жизнью, когда они здесь. Ну, тут научные конференции были, тут какие-то финно-угровые такое. И они говорили, что да. Ну, в общем-то, все женщины. Да? Один мужик был, где-то там 6-7 женщин. В нашем институте литературы и языка или что-то такого. Их встречал здесь. Это что, туалет, что ли? Нет, это не туалет. Дрезинь или что-то такое держали здесь. В каком-то смысле было странно смотреть этот, что вроде этот подписчик была словак, чехи была вроде в 22-м или 23-м году. Я точно не помню, что как, может быть, еще чехи упускали. Но ну, здесь даже Эстонии, даже так есть, что если тебе поможет шенгенские виза, но все равно не пускают. Как-то так. Ну, как и Финляндия, вроде и всем русским вроде закрывали эту границу, что там ничего не передвигается. Ja tegelikult oli näha, kui palju siin tegelikult oli ka kunagi elanikke. Et siin oli ja suur metsatööstus olnud siis, ütleme, et nõukogude ajal. No. And we see it's how much was in the Soviet period was in here as a population and it's now it's all that system is not working. And it was a absolutely socialist system was a different, economy was different, and we can't say, it's hard to explain it again how its system was working.
Ei, no ta nie trudno, abyś nic na angielskim języku, jak ten plan hojaźeństwa, socjalistyczne время, to było, работало, что специально просто сделали что-то, и все, что вырубили, здесь большие леса, действительно. И здесь были очень много лесных братьев тоже, потому что здесь действительно, сюда попадешь лес, и правильную дорогу не найдешь, там и останешься. Ну, просто так говорят. Ну, в общем-то, такое действительно очень большие леса в этих краях здесь. Как раз отсюда по южнее и восточные, и юго-восточные из этого края такие очень большие леса здесь. And in here and around, and the south side and the southeast side, yes, we're seeing in the bigger peak forest in here. And after the Second World War, and in here was Estonian partisans was in the that forest was it's very much it was in here, it's in that region, for fighting against the Soviet communist systems. Siin tuleb üks selline huvitav moment ette. Tuleb kaks uljaste küla. Kui ma panin need piire maha, ma jäin vaatama, et üks uljaste on. Ja samas vaatan, et üks uljaste lõpeb ära, vaatan, mis siis teisel pool on ka uljaste. Aga tuleb välja, et Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa külad on küll ühed, aga territoriaalselt on kaheks jaotatud. Selline veider asi siis sellega. И здесь скоро будет такой интересный момент, что когда я начинал здесь эти границы найти, что вроде есть деревня, одно такое называется Ульясте, и второе тоже Ульясте скоро. Но один этот восточный вирус, этот уезде, а другой западным, этом, вот этот один этот Ульясте восточном стороне, а другой Ульясте скоро будет этот на западном вирусским, это тут есть уже следующие другое территории. Nii, 8 километров pärast pööre vasakule, seal on siis Kabala. Ja после 8 километров поворачиваем налево, и там есть Кабала, там тоже через железную дорогу пойдем, и тогда будем и как раз южнее по железной дороге будем кататься. And in here we see that is a этот дорога там соединяется, наверное, этот Таллин-Нарва, этот куда-то так пойдет такое. And in here we see that is a village name was Ulyaste, but we are in the East Virumaa County. But after the some kilometers we seeing again is a village Ulyaste, but in here is a changing county border. And we being in the West Virumaa or Viruland County. And after the 7.5 kilometers we turn to the left, it's a Kabala. And it's again, it's a small village or borough, and it's we going to see old railway. No, maybe it's not the old railway station. Maybe it's a working railway station, but it's I've never see, of course, it's And if I see that I'm seeing that railway station, I'm saying that it's built in Soviet period. But I'm mistaken. It was built in Tsaristic period. And it's built in 1870. It means it's 154 years it's now ago it's built. And if I'm reading that, I was very surprised. But in Tsaristic period, in Tsaristic Russia, the railway station style
was mostly the same that they piloted in what I'm seeing in 1930s, 1940s, 1950s. If the style is the same. Projects, the house projects. Like a pressure air hammer. And the railway stations. And the railway station style was the same. We was the East Viruma County and now we are back in the West Viruma County. I must too think that it's a Sonda and Kiviõli it's in the eastern side and yes it's nii ja selline tuul peaks meid ka ülehomme ootama enam-vähem ees et aga praegu on see tuul on ma olen nende ebemete järgi et on pool vastu vasakult siit ma eksin nüüd selle raudteejaama juures ma käin ringi ja arvan seda et see on Venemaa ehitatud raudteejaam Ja ma olin äärmiselt üllatunud, kui ma praegu tegelikult lugesin, et raudteejaam on ehitatud seal 1870 ja on kirjutatud, et tsaristlikus kroonu stiilis. Temperatuur on inimlik, kui ainult seda vastu tuult ei oleks. Või no sõna inimlik on vale sõna, aga... aga... Lihtsalt tuleb välja, et ka 1930-ndad, 40-ndad, 50-ndad lihtsalt ehitati selles vanas tsaariaegses stiilis asju lihtsalt edasi ja mingisugune... Nii, ma ei saaks muidugi öelda muidugi, et ma täiuslikult selle kiviõli oleks sealt läbi sõitnud, aga mingisugune ettekujutus mul ikkagi on. Ma päris sinna linna taha kuskile tööstusesse ikkagi ei roninud, aga on ikkagi aru saada, et... Et milline ta ikkagi välja näeb. Now, yes, I never was in the city of Kiviõli and no, yes, I can say that it's, I'm not right inside of Kiviõli, it's a perfect place. I think that it's many places, it's maybe it's strange and interesting places from the Soviet period, it's, I'm not seeing that. But no. But now it's, yes, it's enough. Is it this electric throttle is working? It must be more better to ride inside the cities, but now it's a no. Et sellised eksimused, sellepärast tuleb välja, et tegelikult need kaunistused, mis on nagu selles meie 40-ndate, 50 aastate raudteejaamades Eestis ehitatud, need peale sõjaaegsed. Et need on tegelikult tehtse ülekantud. Nii, nagu tõuseks kogu aeg, me jõuamegi siis, hakkamegi tõusudele jõudma, nii. Need on siis selles tsaristlikus süsteemis. Aga siin on mingid külkad, küll meil jah T-servas. Isenesest sellised raudtejaamad on alati huvitavad vaadata, võtame kas või meenutame kas või nagu käru raudtejaama, siis too on ka selline... Ma usun, et see kunstlik küngas on. Selline, väga selline kroonustiilis, aga see tagumine pool just, kuidas see sisse käiks selle trepp ja... Et see kõik selline. Ka Tartus isegi väikene see Ropka raudtejaam, mis oli vanasti puust, mida ma mäletan lapsepõlvest väga hästi veel millegi pärast. No see ei ju tihti käidud seal. Ka see oli selliste elementide, ka see seest kõik selline see ruum ja ooteruum ja kassaluugid ja mul on nii huvitavalt, et see kõik meeles. Jõgeva raudtejaama mäletan, näiteks olid sees olid hiigla suured nende kes oli Aivazovski, kes need meremaale tegi, olid suured meremaalide koopiad. Kuhu need küll sattuda võisid, seal olid merelahingud mingi türkliste ja selle Ušakovi või kelle vahel seal olid need.
sellised, kui ikkagi purje laevad olid ja suurtükkidega tulistasid ja selline. Ja siis oli vist see riski, nii see kolm või neli karu oli seal suured lae all olid. Et noh, kahju muidugi, et... No ja ka raudtejaamad on kaotanud oma sellise funktsiooni juba ära, me saame ka sellest aru. Ja sinna, kuhu minagi käin siin aegajalt, sinna Puka, siis Puka raudtejaam on ka täpselt nagu selles nõukogude aegses selles kroonustiilis selline raudtejaam kohe. Et Elva raudtejaam on vist tegelikult säilinud. Jah, ta oli vist säilinud, oli. Vanade kõrtide väel oli ta ka, jah, samasugune on. No kuidas võtta, siin selle sõidus midagi nagu juhtu, midagi nagu jäpardu, nii et tegelikult võib öelda seda, et see päev läks ikkagi isegi korda sõltumata sellest, et olenemata sellest, ütleme niivis, et see elektrikaas ei tööta. See on muidugi selline suur puudujääk, et alati saab kohe ilusti sellised püsikiirused asjad peale panna. Ja et pagan küll jah, see akku, mis seal raami vahel on, et sellel on kontaktide probleem, aga peale seda, kui ma kohe tagasi tulen, ma võtan selle kohe käsile, vahetan sisu ära teise sellesse korpusesse, tuleb teine sõnudus, jalg tuleb ja pärast saab selle asja kõik korda. Ja see on parem jalg ja sinna peale on mul ostetud nüüd ka suurem aku. Enam ei ole seal, nüüd on kirjade järgi peab ta 25 ampertundi olema, aga ma arvan, et see on hiinlaste aku on umbes 19-20 ampertundi mahutuksega. Kurat, rohunk ei näegi ka juba. Ja aga siis see esimene täisratas kõik see mootoriga on ära vahetatud, et enne oli Golden Pi 4, nüüd on siis Golden Pi 5. Ma ei tea, kui suur või vahel tema veekindluses võib olla, aga väga ei ürita seda vaadatagi isegi. Aga mingisugused konkreetseid plaane mul ikkagi selleks Ida-Virumaa ja selleks reisiks ma ei ole veel teinud, et millal välja sõita ma isegi ei tea täpselt. Et tahaks nagu tegelikult juba mai lõpus välja sõita, aga ma kahtlustan, et ma ei saa, ei ole võimalik. Siin on jube palju igasuguseid nõmedaid asjaolusid, mis ei ole kõige paremad. Я все это запланирую уже в конце мая или начале июня уже следующие поездку сделать как раз этот восточный вируски этот Уитава нагин 1 сентября нагин тумедат либик это уитава как это значит это tuleb kirju sügis vä Aa ma nägin täna juba kapseliblikaid ma nägin juba täna valgeid kapseliblikaid lendamas teebe Järelikult tuleb aeglane ja soigu sügis tuleb. Ja nii see põhimõtteliselt võiski olla ka. И так действительно планы есть, но не хотел бы уже в конце мая ехать, но не могу. And it's in here today, the second moped car we see. И вторую мопедную машину видали, которую можно водить. Без прав. Если ты родился раньше 93-го года, и 93-й тоже. И хотелось бы эту поездку закончить перед этим, как начинается это все, эта суета, и середине июня, когда у нас начинается этот день победы, этот Иванов день и все такое. Виру кабалам. И хочется совершить этот раньше, этот поездку. Потому что слишком много это время начинается все-таки летники и отдыхающие начинаются собираться. И тогда уже такое суета везде в пляжах такое. И заново надо ехать еще многие места северным побережьем. Посвящать этот Нарва-Йоэсу, Нарва и тоже всякие какие-то где-то сланцем занимаются такие места.
тоже и тоже, ну вот у нас называются пепельные горы, но технически они здесь неправильные, они полукоксовые горы этот были. И вообще-то они считаются, что это очень вредно, потому что этот как этот вода, этот чем мы ну как под как этот поч нет под почвы как это называется, ну, ну этот который из глубоких почвах или слоях берут этот для питья, что этот травит. Nii, aga tasakesi vastu tuult sõites hakkab nagu mingi väike jaeduse tunne hakkab tulema sisse just nüüd kui päikest ei ole. И всё это tuul on see, mis muidugi puhub vastu kogu aeg ja и всё этот коксы и этот пепельные горы. Мы смотрим это киве, and watching the field, and watching the stones. On field, и мы смотрим, сколько здесь камней на поле. И этот травит действительно вода, и в некоторых местах здесь, это восточно-вирусском уезде, это сильная проблема. Ну, в советское время вообще не обратили на это внимание, все равно. Без разницы, главное, чтобы было этот сланцы и все. И так его и начинали выкопать. И есть еще балтийские тепловые электростанции, и там топят как раз эти сланцы. И вот этот пепель оттуда, что вынуват, и тоже вот собираются такие огромные пепельные горы, что тоже очень вредные, ядовитые, все такое. И в общем-то на природу действует сильно. Попробуют этот пепельный, что этот сгорели, этот сделать даже какие-то там в асфальте мешать или что-то такое, или строительные блоки сделать из этих, или, ну такое общестроительное, не совсем что дом построить с этими, а какой-то вспомогательные блоки, или, ну проекты разные были. Я не знаю, что из этих проектов там работает, что этим с пеплом сделать, или вообще отказали. I'm seeing the Finnish flag in here, in Rakvere. И финишный флажок вижу уже здесь этот, если, я не знаю, да, видно или нет. Да-да-да, финиш. В Тарту надо ехать помедленнее. Это точно. Nii, 27 kilomeetrit on veel. Rakvereni, see oleks siis sama palju kui nagu Elvast Tartusse, aga seda on tegelikult ikkagi on, see ei ole nii sama. Kui sa tuled kuskilt pikalt maalt, juba tõesti on juba palju sõidetud, siis see 27 nagu ei ole midagi, aga tegelikult ikkagi see 27 kilomeetrit edasi veereda. See on ikkagi asi, mis ikkagi võtab aega. Ja eriti veel, kui sa kuskil veel seisma jääd ja ringi vaatad, sellepärast, et meil on tulemas ka selline väikene asula nimega nagu Ulvi. Ja nimelt on mul pandud sealt läbisõit koha. И тут еще будет один поселок, будет там этот, как раз перед этим поселком этот видео кончается, называется Ульви. Там даже имение есть, имение, сетя школа, там огромный такой парк, фонтаны там такое. Тул он вайбунут, ва? Või mulle tundub see niiviisi, või on täki tagant või? Ja kavarju, što tolka 27 kilometri jehkate, kak ette is... Viiter, što oli utihla, što oli, kak apisjali, što posle abeda, ili... Ili... Vrati, vse etat vigajat, see ili on nimnoska zadi minja talkajat? Niet, niet, on protiv. Viiter, vidna, što kakoeta tut etat... Всякое тут летает на воздухе, он летает вроде так полу напротив мне этот. Из этих деревьев, из этот, из травы и такое, что тут.
Общий масштаб это 27 Ну, вроде километров как этот. нормализовалось такое. 27 километров это будто бы раз попукать или поплюнуть, или все это такое. Ну, по листьям видно, что есть. And maybe it's a wind. It's like, looks like it's a slow it being it here and here. It's not that so strong that it was in before. Wind is in that side. Yes, I understand that. Yes, I'm feeling it. Nii, kell on kolm läbi, ütleme siis viis minutit. I vreemia pead minut poisle pead natsati. And the clock is 3:05 p.m. Siin ma tunnen küll tuult. Puud sahisevad igal juhul. Ahaa, 800 meters turn to the left. Ma ei tea, kuidas see olukord nüüd on, aga praegu on niiviisi, et isegi, et siin väljas on 13, 14. Ei, tuul on vastu, sellepärast, et puulehed lähevad pahu pidi. Et väljas on 13, 14 gradi sooja näiteks hommikul. Pagan võtaks seda, et kas või jalgrataga korraks sõitma minna, kas või nii sama. Kurat, ikka paned mütsi pähe. Aga ma tean seda, et eelmine aasta, et nagu tundub nagu jahe ole, aga ma tean seda, et veel eelmisel aastal ma seda ei teinud, et niisuguse temperatuuri juures ja mingite väiksemate kiiruste juures. Huvitav küll, et kuidas kõik nagu muutub ja kuidagi nagu põlvedele tunned palju rohkem seda tuult juba ja et ei, jah, et kõik kuidagi nagu muutub juba aasta mööda läinud ja kuidagi tunnetad kõike teist moodi. Ja veel on üks omapärane asi, mis ma avastasin. Üks moment, noh, ikkagi linnas sõidad ka, paned püsikiiruse peale ja avastad, pagan võtaks, et linna jaoks on 20 km tunnis. No, me räägime Tartust, me räägime, me ei ole Tallinnas, me ei ole Põlvas või Pärnus või noh, ütleme nii. Et 20 km tunnis on tegelikult paras, et noh, kruiisida. Tähendab, selliste tänavate peal, kus palju autosid sõidab, on 20 km tunnis liiga aeglane, seal tuleb tõesti kiiremini sõita. Muidu jääd lihtsalt liiga palju jalgu tokerdama. Aga kunagi varem mulle tundus ikkagi, et 20 km tunnis kuskil nii sama linna peal sõita. Ranch. Et 20 km tunnist tundub nagu ikkagi selline väga selline tokernamine, sellepärast, et siingi. Yes, wind is blowing in front from here. It's stopping me. Sest, et ka siin hakkan sõitma kuskil jalg tee peal peale seda. Ja sõidan seal mingi 20-21 km tunnis, no see jalgrata tee peal. No lihtsalt, et rahulikult sõita, et ei ole autosid ja paremale vasakule vahtida. Ja siis on niiviisi, et vaatan seda videot ja see tundub 20-21 km tunnis ikkagi tundub kohutavalt aeglane olema. Ikka kohutav selline kaamera tati venitamine oleks nagu. На самом деле я не знаю, как этот за один год что-то менялось. Например, утром там сегодня было 13-14 градусов. Ну, пошел немножко велосипедом кататься так, разменяться немножко и педалировать. И шапку одел. В прошлом году с такими температурами я никогда этого не сделал.
И вроде я обнаружил, что этом году и ну и 20 километров хорошо в городе круизом ехать этот ну да там где машин больше и движения больше там надо конечно побыстрее ехать там все-таки велосипеде нельзя ехать на тротуарах и на пешеходных дорогах у нас запрещено это надо все время на этом велосипеде ехать на автодороге. Если не специальный велосипедная дорога, или у нас как этот легкая дорога легкого движения, ну можно так, этот тупой перевод, но все-таки. This house is supported and nobody's living here. И And the да. bus stop, it's normal. И заброшенные дома там видно было. Что уже 20 километров вроде хватает. А здесь я вот я тоже вижу, потом я еду здесь 21 километр в час. In here is a railway. И кажется, что все это очень-очень медленно. Так, здесь булыжники из царского времени. And in here it's Stone's Way and how to say it. It's due it's from I think that from Tsaristic period because that railway station is built in 1870s but I think that it's built in Soviet period but it's not true same style and we're seeing that nobody not using that railway station and the grass is growing on the ways and it's hard to find the ways way not exist now it's only I go so but it's that it's and only I go understand that that's in here is a pööra järgmisest paremale seejärel pööra järgmisest paremale I'm talk that in here is a built in Soviet period but it's not true It's a si same style. It's like it's a Russian style. It's the same. И здесь я говорю, что это советская постройка, но ну, так мы этот нет, но похоже. Ну верите, не поверите, ну посмотрите всего этого, и он очень похож. Что и сороковые, и этот. It's Soviet style. It's a building it after the war. Isegi silti ei ole ära võetud. And sign is missing. It's due. It's removed. I want to go little to here. And it's again from Soviet period. Is it after the war is built it. И так это тоже советский железнодорожный стиль такой. Вообще это красиво, все это такое. Как этот, не знаю, как этот, украшать, ну, украшательное или такое. Все это такое тоже. Ну, элементы такое. Такие, элементы такие, Нравится которые под такое. Крышей и вокруг Так, окон это и дверей. И да, это такое нарезанные такие элементы такие. Своеобразные. И тут рабочий туалет тоже. Сарайчик просто так. Туалетик что ли? Туалет. О. And it's a full paper. It's very strange. I'm remembered where is, I'm not remembered where is my bicycle. Nii, kontrollime läätsesid ja asju and checking lenses again and salvestused ilma uduplekideta ja kui ma arvasin ekslikult, et tuul on üle jäänud, siis
siis see nii ei ole. Tuul on täie jõuga. And if I think that it's a wind is a blowing in the slower speed, I am mistaken. It's the same. And the last few to the old railway station. And of course in the old period in here was a bus station too. It's like a two in one. And we see that yes, in the old period is wilded it like it's a ring road. And then here is a middle of like it's a railway park. And now it's only understand that it's maybe it's, yes it's in here was it's a small road over the pööra järgmisest paremale around in the railway. Здесь вообще-то на левом стороне какой-то хостел тоже. Или даже кабак какой-то тут. Ja siin on oleks mingi hostel ka siin vasakul vist oli. Ja mingi kõrts vist oleks ka nagu siin olnud, aga ma võin nüüd ka eksida muidugi. Pargi villa. Võite, kas see toimib ka või? Võite, kas siin kedagi on ka praegu, et uurida või? Et järgmine aasta kabalasse pidama jääda. Liiga kaugele jääb. Liiga kaugele jääb sellest Ida-Virumaast. Итак, следующий год надо все-таки этот восточную сторону смотреть. Но этот сюда останавливаться. И он слишком далеко останется здесь от этого границы такой. 150 метров järel pööra paremale. Да. Едем через железную дорогу. And now we're riding over the railway to the right side. Yes, the condition of its houses is its. It's not good. Viiekümne meetri järel pööra paremale. И тут вроде какой-то значок был, что даже трактир какой-то здесь есть, или я могу ошибиться. Еще дополнительно где-то, или я где-то тут перепутаю эти места. Siit oleks saanud jala ka üle minna. And in here it becomes a walk over the railway, but all right. Kuleks see on tõesti? Ja kuhu nüüd? And now what? Left or right? No, it's here. It's need to right, of course. И тут направо еще видно этот старая станция. And from the right side, we see go over railways. It's an old railway station. We seeing it's a little. Ja järjekordselt tuli öeldud, et Eesti raudtee või kes iganes nende siin tegeleb sellega, ütles, et neid ei huvita see asi.
ja seal on ikka kirjeldatud ka, et on viletsas seisukorras. Jah, ma saan aru ka muidugi, et mis raudel sellega pistmist on. Aga jah. Ida, et estonskir железne trogi gavarja ta nam sio ravno, što sieti mistanci mi budet hotian. Možno сказать, что всё-таки исторический объект, но, наверное, он так и сюда и развалится. И никому дела из этого. И вот он так здесь и так оно и будет здесь. Nii, ja nüüd jõuamegi... Kaotasin sellegi ära, mis oli mul see kiiruse siit. Ja nüüd varsti algabki siis üsna peatselt paremat kätt jääb väikene siil ühest külast või jupikene jääb ainult tee peale. It's fast. Ja algab Ulvi küla, aga ennem seda lõpeb see osa ära. Selle pärast, et kui ma oleksin selle Ulvi küla ka sisse pannud, siis oleks osa liiga pikk tulnud, aga tuleb veel siis ka viimane viies osa. Hanging here is being, and in front of us is being a one village, borough. And its name is Ulvi, but we're not riding to the inside. I'm finished before that the video. Because if I'm Wasby and Ulvi, it's the video Wasby more longer. And the next part Wasby very short. And it Wasby very strange. And now it's yes, I'm thinking that I'm ending video before when being that village or borough. Is this video score you can chat as this type of поселок или деревня? Поселок все-таки можно читать уже. И там колхозные, совхозные дома, и все такое, имение есть, там школа, посмотрел этот. И там видео кончается, потому что если я бы там туда ехал, там слишком большой был этот видео, в общем, такого. А если я последний, этот видео было бы слишком маленький такое. Ну, оттуда мы просто едем по шоссе, едем обратно этот город Rakvere из этого. Ну, все равно интересно для меня, что эти всякие такие маленькие места пересмотреть такое. И специально у меня было поставлено сюда все-таки этот маршрут. И где-то там, ну, туда еще есть время, немножко и там получается этот четвертый часть. И да, жалко, что в каком-то смысле, что этот четвертый или третьей части я такой очень сонный сделал, и он такое бормотание там такое, еле-еле говорю уже, как этот пол сдохло, и Брежнев уже, Леонид Ильич уже, вот так говорю. Так, интересно. А вдруг эта дорога там до Раквера доедет, пойдет? Maybe it's accidentally, it's way it's going to Раквера. Let's try it again. It's for me it's now it's more quiet and to ride in that road because I can in that road I can rest. I not need to watch the cars and интересные сейчас перемены в советском руководстве и политбюро, политбюро и окружности. No, it's not ending. Now it's in here must be a way. I can go to a окружности Путина. Map shows that in he says have a way. But I'm not seeing. И министром военным министром стал такой советский экономист, такое плановое хозяйство, такое, как это сказать, такое старого такого старого школа, что все должен быть вроде так государственное, плановое хозяйство, все такое под строгим контролем такое. Ну, посмотрим, что это такое с этим
Sovjetskoj armii. If I'm riding with assistance, I'm wasting very much energy. Что такое, что да, это что он должен навести порядок с этим воровством, этом советским армией. Wind is blowing in front of to me, it's now it's... Ну посмотрим, что из этого выходит. After 800 meters I need to turn to the left. Да, эти, да, этот, все возмущаются, ну как этот министр обороны или войны, этот человек, который вообще срочным службе не было. У нас в Эстонии тоже было, министр обороны был такой парень такой, очками такой, и тоже в армии не было. Но он действительно, он тоже был хозяйственник. Он смотрел этот как-то по-другому, он смотрел, что, чего надо, он не только как этот тупой военный, только смотрит, что мирно, это равняясь мирно, там, вольно. And I think that is a bicycle road is in here somewhere, is it the ending? It's not possible that it's was piled to Rakvere and 20 kilometers to ride from here. Но он все-таки, он молодой, у него мысли другие были. А этот, как этот, Белоусов, да, он такой советский хозяйственник, такого типаж, такого крепкой рукой, такого, что... Ha, in here is being a gravel road. What's this? It's in here, it's a small problem. I'm riding to a gravel road. Итак, здесь now it's... И где-то здесь кончается этот восьмой день и четвертый час. And somewhere in here is ending eight travel days and four part. Ja siin me näeme kõik ära, et kohe siin samas on lõppemas kaheksas päev ja neljas osa.